Каждый человек хотел бы обрести в своей душе мир и сердечный покой. Но как это обрести? Вот три совета от мудрых наставников благочестия. Итак, первый. Никогда не скорбеть о прошлом. Прошлое уже прошло. Что о нем скорбеть? Ничего не вернешь, ничего не возвратишь. Второе. Никогда не печалиться о будущем. Очень многие люди боятся, страшатся будущего. Не нужно заглядывать так далеко. И третье. Надо научиться благодарить Бога за настоящее. Ведь именно тогда, когда мы переживаем сегодняшний день, этот момент нашей жизни, он ведь только и называется жизнь. А то мы все думаем, что время где-то впереди, оно придет, а время уходит. Берегите время и дорожите сегодняшним днем.